Итак, дамы и господа, я рад вас приветствовать в своем новом видеоролике. Это очень важный ролик для всей моей аудитории. Поэтому, ребятушки, кто любит бусты, кто любит халявную голду, подняться, там, допустим, с нуля до ножа, это именно тот ролик, на который ты сейчас перешел. Я советую тебе прямо сейчас сесть поудобнее. Очень важно досмотреть этот ролик до конца, от начала, точнее, до конца. Поставить лайк на ролик, да, и если ты пропустишь что-то из этого ролика, то это капец. Самое важное, самое главное, давайте сейчас все вместе, даже если ты не участвуешь в бустах, даже если ты как бы просто хочешь поддержать других людей, прямо сейчас давайте все вместе поставим лайк этому ролику, потому что если мы набираем 5000 лайков до конца этой недели, то мы обязательно, то есть смотрите, чем больше лайков, да, тем больше я буду уверен в том, что вам это нравится, вы этого хотите от меня, да, и я тоже прям очень-очень сильно подключусь к этой истории, да, подключусь к этой теме, хотя в принципе я уже об этом сказал, да, и сам даже собираюсь это делать, но, естественно, без вас, без поддержки моей аудитории делать я этого не буду. Итак, погнали к сути ролика. Все видели, что есть такие люди, как, допустим, Терс, да, сейчас, оказывается, там еще не мажорно этим занимается, и многие-многие-многие другие люди, да, есть люди, которые на этом зарабатывают, есть люди, которые на этом скамят, то есть я сейчас говорю про буст скинов, да, то есть в нашей любимой игре Stand of 2 все начинают, значит, на чем хайповать. Поднимать большие просмотры, поднимать большой актив. Это буст скинов. Всегда буст скинов, в принципе, это интересно. Но легенда нашей игры, вы все знаете, что это, естественно, Терс, да. Он делал просто колоссальные бусты скинов. И, то есть, он вкладывал огромные, просто многомиллионные бюджеты. Я не знаю, сколько он, конечно же, потратил денег. Вы можете написать про это в комментарии, да. То есть, он тратил очень большие ресурсы. Это было при мне даже. Я помню, когда был у него дома, и он такой, блин, Лех, мол, типа, давай запишем ролик, да, там, соберу инвентарь. Я говорю, ну, слушай, 100 тысяч голды, это уже не актуально, там, 1300, это как-то неровно, может, на полмиллиона. И он прям при мне положил миллион, я еще тогда помню, голды на свой аккаунт, да, и записал ролик, типа, собрал инвентарь на миллион голды. Значит, что сейчас происходит? Так как Терс особо отошел от темы бустов, это подцепляют другие блогеры, другие ютуберы, да. Бусты, 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 бусты. И всем это, в принципе, интересно. Но я такой человек, который к этому отношусь прям, ну, крайне осторожно, крайне аккуратно. Это все знают, вообще вы все это знаете, да? То есть, что значит сейчас произошло? Я так понимаю, на канале Немажорного происходят там бусты, да? Но вот Шампанов записал себе на канал, якобы, что, ну, то есть, скам от Немажорного, да? Какая-то там пирамида, да? И все остальное. Вот, я не буду ничего говорить про людей. Я такой ютубер, который вы знаете, да? Не люблю конфликтовать с кем-то там. Был ты скамером, скамер ты сейчас, скамер ты потом, неважно мне, я особо никому не лезу никогда, у меня нету каких-то разоблачений, каких-то конфликтов на канале и все остальное. Но я заметил, вы ко мне приходите, говорите, блин, дед, там то-то происходит, там это то-то делает, то-то. Я заметил эту тему, и значит, что значит произошло? Я заметил, что Шампанов, в принципе, ну, разложил по полочкам, да, какие-то бусты от людей, и как бы там, ну, там реально было, то есть есть, допустим, какой-то большущий процент того, что да, реально по полкам раскидал, реально все правильно, да, что вот это так должно быть так, а делается это вот так, это должно быть здесь, а делается это вот тут. Вот, я как бы в целом, в принципе, во многом там согласен, да. Я не знаю, я видел там вроде ответки пошли какие-то, приветки и все остальное, но что делает Шампанов? Шампанов сейчас собирается сделать какой-то такой офигенный буст. Всем да, привет, ребят, поэтому вот, вы можете подписаться на его канал, да, на канал Шампанова. Вот, я ему написал голосовые и предложил ему ВКонтакте, записал ему пару голосовых, где я Шампанову прям предложил. Говорю, окей, бро, я вижу, что ты за правое дело, да, что ты за то, чтобы сделать какой-то офигенный буст, да. Я уже несколько стримов провел, где я хочу сделать прям, ну, мега буст со своей аудитории. Ребят, пожалуйста, сейчас просьба огромнейшая каждого из вас, кто смотрит ролик. Напиши мне 5 скинов, которые ты считаешь можно забустить, потому что Шампанов хочет забустить скин за 50 голды, да? Мы сегодня с ним будем в 3 часа по МСК созваниваться, в целом обсуждать буст, да? Я не хочу ему сейчас, допустим, говорить, так, слушай, Шампанов, я вот выбрал вот граффити вот это забустить, да? Это я сейчас просто говорю в ролике, я этот граффити не выбирал. И, то есть, я никогда в своих бустах... Ребята, ну прежде чем вы продолжите смотреть этот видеоролик, я хочу вам рассказать про новый способ, где вы можете залутать голды. Это сайт StandFail. Не знаю, у меня
подписчики поднимаются там конкретно. На сайте появился новый режим «Морской бой», где вы можете просто взять соперника и залутать нормально так голдишки. В этом режиме реально классический морской бой, где вы против своего соперника ставите ваши кораблики и стреляете. Можете ставить сколько угодно голды. Вот сейчас ребята играют на 2 голды. Также, дамы и господа, на Стэнфейле проходит битва сторон. Играйте на сайте, собирайте очки, приводите команду к победе. А по завершению победившая команда получает сочные призы. Это получается у нас вот в этой вкладке «Битва сторон». Ты можешь выбирать, за кого тебе играть, за КТ или за Т. И вы здесь будете собирать просто офигенные призы. Вот видите, Максим, то есть тут какой-то барбуз получают хорошие призы. И, ребята, не забывайте, дедуля для вас оставил офигенные бонусы в закрепленном комментарии. Ребята, при пополнении не забывайте вводить этот бонус прямо вот здесь. И вы можете заюзать абсолютно рандомно. Может быть 15, а может быть 20% пополнения. И также, дамы и господа, ну если у тебя нет денег, я все равно тебя без бонуса, братик, не оставлю. Этот промокодик вы можете также вводить во вкладке «Бонусы» и получить 1, а может быть 2, а может быть 5 голды. Поэтому, братишка, Стэнфейл — это самый изи способ получить голды. Режимов куча. Лутай, хочешь морской бой, хочешь краш, хочешь дабл, хочешь колесо. Любое твое желание. Поэтому, братик, надеюсь, ты поднял голдишки и погнали смотреть дальше ролик. Никого не предупреждал. Я никогда не говорил в своих бустах, что, знаете, то есть у меня не было такого, что даже, грубо говоря, даже модераторы не знают, что я буду бустить. Даже мои менеджеры, да, у меня есть менеджер, это Никита, а вы можете в моем телеграме его найти, кстати, по рекламе, по коллабам, вы можете ему себя написать, да, вот, и он всегда ответит, если вдруг вам нужно что-то срочно тебе написаться, вы всегда можете написать через него. Вот, но, что значит я буду делать тоже так же, как, допустим, и Шампанов? Мы, во-первых, с ним созвонимся, вот, мы выберем с ним определенные 2-3 скина, которые мы будем бустить. Ваша задача сейчас поставить лайк на ролик, 5000 лайков я жду, каждый по 5 скинов мне пишет в комментарии, мы выберем топ скинов, которые, возможно, то есть вы попросите больше всего, то есть если, допустим, большинство будет писать, там, типа, ну, к примеру, Дигл Аурейд, дед, давай бустить, то есть, ну, возможно, этот Дигл Аурейд, к примеру, да, это будет тот скин, который вы прям мне напишите прям очень много, он попадет в буст этих скинов, поэтому это очень-очень важно, написать комментарий, какой скин ты выбираешь, да, возможно, этого скина у тебя много, возможно, этого скина у тебя мало, но единственное, что я с Шампановым сейчас, ну, наверное, скорее всего, буду спорить, это по поводу того, что выбирать скин 50 голды. Во-первых, вот вы напишите мне комментарий топ-5 скинов, да, которые вы бы хотели, чтобы участвовали в бусте, вы пишите там: дедуля, привет, давай лучше вот этот, или вот этот, или вот этот, или вот этот. И второй комментарий напиши, сколько вообще у тебя голды на балансе. Вот, Шампанов говорит, нужен скин там, допустим, от 50 голды. Здесь я немножко с ним сейчас буду спорить, потому что 50 голды, я считаю, что это дорогой скин. Объясняю это тем, то, что, ну, не у всех есть 50 голды. Ребят, самое главное, самое важное, это действительно подписаться на мой телеграм-канал, да, а плюс на телеграм-канал Шампанова, тоже подпишитесь, у него в роликах все эти телеграм-каналы есть, а мой телеграм-канал, вот вам будет QR-код, плюс все ссылочки будут в описании, очень важно быть подписанным, потому что мы на стриме туда скинем пост, какой будет скин буститься, мы вместе его выберем, мы все это обговорим, все это внимательно ко всем мелочам я подойду. У меня сейчас 18 тысяч голды, не знаю, сколько Шампанова, но, скорее всего, я что-то продам, да, из своего инвентаря, скорее всего, что-то задоначу, возможно, да, и я так понимаю, Шампанов тоже это сделает, вот, и мы будем участвовать в бустах именно так, как это вот, ну, как это делается, да, то есть мы, блогеры, которые для вас, тоже потратим голду, которые тоже, то есть вложимся в этот буст, наша задача, допустим, моя задача, не в том, чтобы окупиться мне, да, или моим друзьям, или Шампанову, я думаю, у Шампанова такая же задача, бусты делаются в основном для аудитории, то есть для вас, то есть цель буста делается в том, чтобы вы заработали себе голды на свой аккаунт, да, и это очень важно, потому что буст делается именно для этого. Но, ребят, я вам сейчас скажу самые главные правила. Самое главное правило: у нас будут стримы одновременно на моем канале, на канале Шампанова, да, где будут идти трансляции, где мы будем там, наверное, скорее всего, вместе в Дискорде. Мы с ним во время стрима, либо до стрима, за, не знаю, за какое-то короткое время, да, мы договоримся о скине, который будет буститься, да, и кроме него и меня об этом скине больше знать будет никто не будет знать, потому что если вдруг, не дай бог, я скажу там, да, кому-то из модераторов, там, ну, купи ФАМАС монстров, я доверяю своим модераторам,
они не обижаются на это. Но, как говорится, вот, знаете, лучше вот буду только я об этом знать, и моя голова будет спокойной, что не дай бог кто-то еще левый узнает про то, что, к примеру, бустится определенный скин, и вдруг человек, то есть как, смотрите, я вам сейчас расскажу, как это может работать мошенники, да, как работают скамеры, в плане, как, почему, допустим, в бустах нужно быть очень аккуратным. Возьмем, к примеру, Origin Case, да, я стример, который, возможно, хочу заработать на вас голды. Я, значит, что делаю? Я беру этот Origin Case, говорю своим друзьям, корефанам, подчиненным, что, бро, завтра буду делать буст Origin Case, купи, пожалуйста, 50 штук. Также делает второй и третий чувак, который покупает по 50 штук. Потом, на следующий день, цена устаканивается, да, то есть люди видят, что слегка ты так вот закупился кейс, начинают опять его выставлять, цена опять фиксируется какая-то определенная, и на следующий день я запускаю стрим, где я, получается, говорю, что, ребята, буст Origin Case. И те люди, которые мои корефаны закупили заранее, и, допустим, 300 Origin кейсов, вы начинаете бустить, цена вырастает там до 50 тысяч, и те чуваки начинают, так, то есть цена растет и растет цена закупа, начинают быстренько, что делать правильно? Сливать этот скин. Поэтому я вот сторонник того, что если вдруг я собираюсь делать буст, да вообще никогда никто об этом не узнает. Вот Шампановым, в принципе, я согласен, да? Вот, мы сейчас с ним сделаем буст скинов, мы вам покажем, как примерно это происходит, но сразу вас предупреждаю. Ребят, не бывает идеальных бустов. Даже у Терса люди из-за своей жадности ушли в минус, и есть хейтеры, которые недовольные. Но, когда я готовился к своим бустам, когда я делал это в соло, у меня примерно, я делал опрос сюда в чате, больше 70%. Вот вы просто представьте, 60% уходит в плюс, да, в небольшой, кто-то в большой, 10-15% в ноль, то есть чел поучаствовал в бусте, продал, блин, не успел окупиться, но хотя бы в ноль. И остальные там 20-25%, да, действительно, они ушли в минус. Да, он потратил 1000 голды, а у него на балансе теперь 200 голды. Так вот, ребят, самое главное правило. Во-первых, очень внимательно слушать меня и Шампанова, да, на этих трансляциях. Быть внимательно подписанным на наш телеграм-канал, и напомню еще раз, подпишись, и ждать, какой скин будет. Во-вторых, самое главное, если у тебя на балансе 1000 голды, к примеру, образно, ты тратишь на буст 500 голды, не успел купить, значит, больше не покупаешь, или рискуешь, покупаешь, но тратишь половину. Потом идет буст, ты видишь буст, только когда мы говорим сливай, ты его начинаешь сливать, а не так, что ты, блин, вдруг он сейчас скажет сливай, и начинаешь его сливать. Тем самым вы пугаете всех остальных, да, когда вы начинаете сливать, вы начинаете гнаться за голдой, и получается, ну, типа, просто руины скинов. Третье, самое важное, почему я говорю, что половину, потому что будет второй скин, и на второй скин. Тут еще, понимаете, тут еще работает такая закономерность, то есть, кто успевает, тот успевает. На этот стрим мы его анонсируем заранее, я думаю, за сутки этот стрим. Очень важно отложить все свои дела, сделать уроки, погулять, нагуляться, но на стриме ты должен быть прям сосредоточен, прям сидеть на стриме, не отвлекаться на что-то другое, потому что если ты вдруг отвлечешься, то все, вдруг в моменте я говорю, так, теперь буст этого скина, ты это не услышал, ты прошел последний, в итоге не успел, в итоге купил дорого и не успеешь просто окупиться, поэтому это тоже очень важно. Но в целом все вот эти бусты, ребят, ну это правда, на ваш страх и риск, то есть те скины, которые мы будем бустить. Поэтому получается что? Вы подписаны на канал Шампанова, да, вы подписаны на мой канал, телеграм-канал Шампанова, мой телеграм-канал, там будет все анонсировано, там будет все готово, там будет все сделано. Вот, я не буду называть в этом ролике, кто скамер, кто не скамер, кто что делает, чем кто занимается. Вот, поэтому, ребят, вот такие вот дела, да, то есть, ну, я, в принципе, готовился к бусту, и тут плюс аудитория Шампанова, да, которая тоже этого хочет, которой тоже это интересно, да, они поставили у него на ролике там 3000 лайков, меньше, чем за сутки, поэтому на моем ролике тоже давайте прямо сейчас ставьте лайк, вот каждый, кто поставил ролик, должен поставить лайк, то есть мы собираем 5000 лайков, я вижу, что вы очень сильно этого хотите, я вижу, что вы очень серьезно к этому настроены, мы собираем эти лайки, мы обговариваем с Шампановым все детали, все, что будет связано с бустом, и потихоньку, помаленьку это все делаем. Все, еще раз, телеграм-канал, обязательно подписка, все мы смотрим внимательно, не пропускаем эти стримы, все, чтобы было у вас все четко, знаете, по порядочку все разложено, и получается, вы просто приходите, да, на этот стрим, вот, я сделаю анонс заранее, да, сегодня у нас будет стрим, мы там просто пока поговорим, вот, сейчас с Шампановым будет созвон у меня скоро, тоже просто поговорю, и я вас жду на этих стримах, поэтому, ребят, все зависит в основном это от вас, все остальные азы правил я рассказал, не пропускаем, внимательно, жду лайки, жду ваши комментарии, 5 с
скинов мне напишите, выберите. И плюс второй комментарий вы должны написать, сколько у кого голды на балансе. На всякий случай пишите ваши айдишки в первом комментарии, да, вот, потому что или во втором лучше комментарии, может быть, кому-нибудь голды из вас положу, если прям совсем много наберет ролик. Ну, по сути, набор просмотров ролика зависит, ну, в целом-то от аудитории, то есть у меня просмотров очень много на канале, но всех тех, кто смотрит, не ставят лайки. Не знаю, как вас еще просить ставить лайки, но, правда, очень многие ребята забывают просто ставить лайк. Вот, все, с вами был Дед, ждем бусты, ждем всю остальную информацию, и пока-пока!